На проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе определился победитель еще в одной категории. На турнире, организованном в Бакинском центре стрельбы, представители Китая добились лучшего результата в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Команда, состоящая из Ютин Хуана и Лихао Шена, завоевала золотую медаль, опередив иранских и французских спортсменов. Отметим, что накануне китайские стрелки уже занимали первое место в индивидуальных и командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди женщин и мужчин. Успешно выступили также турецкие спортсмены. Тандем в составе Юсуфа Дикеча и Шеввала Илайда Тархан завоевал серебро в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Золотые медали в этой категории завоевали индийские стрелки, а бронзу взяла команда из Китая. Напомним, что стартовавший 14 августа 53-й чемпионат мира по стрельбе продлится до 1 сентября. В нем принимают участие 1239 спортсменов из 101 страны.